Я Сукарина Ивановна, города Лисичанска. У нас наконец-то настал мир. Я очень благодарна Кадырову и Путину. Наконец-то мы 8 лет ждали. Мы дождались, огромное спасибо. Хочется их обнять, поцеловать, и не знаю, и руки, и ноги, и все. Огромное вам спасибо. Наконец-то сотворился мир, покой. У меня крылья растут, летать хочется, мальчики. Огромное спасибо, огромное. Я таких чувств еще никогда не испытывала. Я, наверное, когда родилась, наверное, только и мама меня так не целовала, как я. Вот это вас хочу всех обцеловать, мальчики. Так что огромное спасибо. Сердце отдаю всем. Мир, покой и счастье всем. Спасибо большое.